«Хочу себе умный дом», — говорит Исмаил Юмаев из Калининграда. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, участник направления информационные технологии набирается знаний и опыта на фестивале науки «Технофест». Мы с командой делаем автоматизацию комнаты смены. То есть там поддержание нормального климата, микроклимата, поддержание чистоты, там, уменьшение расходов электричества. Довольно интересная тема. Встречи с экспертами в области современных технологий помогут Исмаилу и его команде не только получить советы по проекту, но и определиться с будущей профессией. Если ты сидишь, куда разбираешь тему, достаточно просто ей увлечься. Она сама тебе рассказывает, как ее завершить до конца. Расписание занятий для студентов в мобильном приложении или 3D-модель настольной лампы логотипа студии Pixar. Педагог Анапского индустриального техникума Александр Селютин уверен, ребята смогут сделать абсолютно все, главное не бояться. Детям, когда говоришь, что можно все, они воодушевляются и сразу же начинаются какие-то движения. Они, по крайней мере, начинают предоставлять идеи, что они хотели бы, чего еще не придумали или наоборот, что есть, но можно улучшить. Ну, вот мы пытаемся помогать в них развить такие личные качества, как стремление что-то сделать самому.